Соленое достояние. Соль-Илецк ждет туристов, инвесторов и государственную поддержку. В развитие курорта уже вложили несколько десятков миллионов рублей. Чтобы создать на уникальных озерах настоящий туристический комплекс, надеются привлечь и федеральные средства. Между тем, 1 июня официально открывается курортный сезон, поэтому в самом разгаре работы по благоустройству пляжа. Чем будут привлекать туристов в этом году, расскажем сегодня. Вода еще холодная, но самые смелые находят в себе силы, чтобы окунуться. Иван Николаевич на соленые озера специально приехал из Уфы. Говорит, с помощью целебной природы смог вылечить больной позвоночник. В 97-м вообще ногами не мог ходить. Мне посоветовали, я вот приехал сюда, познакомился здесь с врачами. И каждый год еду сюда. Соль-Илецкий курорт действительно уникальный. 6 разных целебных озер находятся в непосредственной близости друг от друга. Самое главное, озеро Развал по концентрации соли сравнивают даже с Мертвым морем. Отдыхать здесь полезно людям, страдающим дерматитом или экземой, заболеванием костно-мышечной и нервной системы. Также целебная вода помогает восстановиться после перенесенных травм и операций. Но необходимо помнить, что лечение должно быть в меру. Отдыхать на местные пляжи ежегодно приезжают до 500 000 человек. Мы приехали сюда из Самары, и как бы не жалеем об этом, потому что здесь хорошо, уютно, здесь красиво, это стоило того. Все для комфорта туристов. Недавно здесь установили грибки от солнца, раньше их не было, завезли гальку, появились новые душевые кабины и даже свой парк аттракционов. Но так преобразился Соль-Илецкий пляж совсем недавно. Старожилы этих мест помнят, каким был курорт еще несколько лет назад. Здесь было запущение, все было разрушено. На машинах приезжали, здесь вообще было все загажено, если честно. Но в прошлом году за соленое достояние взялись всерьез. Здесь задумали создать туристический кластер. На развитие курорта надеются привлечь федеральные средства. Соответствующий проект создания туристического комплекса уже поддержали в Москве. Будет итоговое рассмотрение нашей программы развития туристического кластера. А 4 июня координационный совет. И мы искренне надеемся, что те усилия, которые мы последний год ведем, они не пройдут даром, и мы попадем в федеральную целевую программу развития внутреннего визного туризма. Реализация проекта позволит создать современный гостиничный комплекс. Это развитие туристско-рекреационного комплекса, который будет строиться. Это большая гостиница, это порядка 40 домиков и дальнейшее развитие всей инфраструктуры прилегающих озер. Но пока это только планы. Сейчас здесь готовятся к массовому наплыву туристов. 1 июня официально стартует курортный сезон. Лечение на озерах в этом году, как и в прошлом, будет бесплатным лишь для ветеранов и инвалидов. Для всех остальных цена варьируется от дня недели и времени суток. В будни 100 рублей днем и 50 вечером. После 15 июня отдых на Соль-Илецком пляже в выходной день будет стоить 200 рублей. В самом разгаре благоустройство пляжа и строительство парка аттракционов. Летом здесь запустят колесо обозрения, автодром, американские горки, детские карусели, всего больше 20 аттракционов. В общем, развитие Соль-Илецкого курорта обещает большие перспективы. Thank you.